я отказал свою собственную мать. Вот посмотрите вот на это видео. Ты отказываешь от тебя. И еще раз. Ты отказываешь от тебя. И еще раз. Ты отказываешь от тебя. И еще раз. Ты отказываешь от тебя. Да. Привет всем. Сегодня воскресенческий опускон. Сегодня воскресенческая фигня. В первую очередь презентую вам продолжение истории про Джона Сину, которую вы увидите прямо сейчас. Привет, я Джон Сина. Я мудак. Будем мать. Итак, задолбал. После событий прошлой недели... Так они в жопу. Нет. Мне стало очень сложно. И поэтому я решил нанять двух самых лучших, самых сильных, самых крутых охранников в Голливуде. Они меня защитят от любой школоты. От любой вы меня защитите, да? Боже. Боже. Там школота. Нет, спрячьте меня. Спрячьте. Господи, они действительно спасают меня от школоты. Ура! Господи, еще одна школота. Нет. Спасите. Оп. Боже. Куда он делся? Куда он? Что с ним стало? Теперь только ты меня можешь защитить. Спаси меня. Возьми меня на руки. Я боюсь. Не надо. Господи. Школота. Нет. Господи. Ой, нет. Нет. Я боюсь. Я опять остался один. Я боюсь. Твою мать, Господи, только не он. Бля. Кто-то не в жопу. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, псение было больно. Прости, опять же, школота. Что мне еще хотелось сегодня вам показать, это то, как, что было перед тем, как моя мать от меня отказалась. И как вот его, собственно, бабушка тоже, он типа мой сын, все дела. Ну, типа там, мы это делаем, чтобы совсем не сойти с ума. В школе, в колледже, в институте, может. А кто-то с горочки спустился. Наверное, пьяный сельдерея идет. Опс, иди на помощь. Дорогой мой сын. Дорогая моя. Мать. Серёжа, зачем ты это делаешь? Что? Зачем я охуеваю от вас? Да, сложный вопрос. Слушай, я над тобой охреневал, когда она тебе по голове, а потом еще по чуть-чуть добавить. Зарядил. Я башкой вон об тот угол фигакнулся хорошенько. Тут, да, точнее, про меня тут, так тебя тут бабушки, точнее, да, вот бабушка. Слышь, малолеточка. Слышу, бабуль. Ротик прикрой, малолеточка. Прикрыл, но мне это не мешает разговаривать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Бала, мудак. Балагей. В общем, песни, сказки. Короче, увидимся в следующей видюшке. Думаю, она будет скоро. Надеюсь.
собираюсь прижиться на этой неделе. Пока. See you. See you. Bye.